Добрый день! Хочу представить вам серию увлекательных видеоуроков о животных. Сегодня речь пойдет о белке обыкновенной. Белка обыкновенная. Белки – небольшие грациозные грызуны, покрытые мягким рыжеватым мехом, с длинным пушистым хвостом и крючковатыми когтями на лапах, которые позволяют им проворно лазать по веткам деревьев. Белки относятся к классу млекопитающие, семейство беличьи. Длина их достигает до 30 см, а вес до 450 грамм. Длина хвоста от 15 до 25 см. Среда обитания – парки, рощи и леса Европы и Азии. Питаются белки орехами, плодами, молодыми побегами деревьев, грибами. Как они обычно передвигаются? Белки прыгают по земле или по стволам деревьев, держась за кору острыми когтями. Чаще всего они стремятся попасть на ветки деревьев, потому что именно здесь находят свою любимую еду – семена. Белки настолько рассеяны, что иногда забывают проверять едва сделанные запасы пищи, и другие животные, разумеется, пользуются этим. Когда у них наступает брачный период? С конца декабря и все лето самцы заходят во владение самок и ухаживают за ними, виляя хвостом, чтобы привлечь их внимание. Как растут бельчата? Обычно белки рождают 3 или 5 детенышей, которые при рождении бывают не более 6 сантиметров. Мать кормит их молоком 2 месяца, после чего они становятся самостоятельными. Половой зрелости молодые белки достигают по окончании первого года жизни. У белок есть привычка прятать пищу в земле, особенно когда зима обещает быть суровой. Линька у белок происходит в 2 этапа. Весной мех обновляется с головы в направлении хвоста, а осенью начинается новая линька в обратном направлении. Что едят белки? Белки придерживаются той же диеты, что и хомяки, но в отличие от своих дальних родственников, они едят еще и овощи, но не все, кроме моркови. Больше всего белки любят грецкие орехи, фундук, фрукты, грибы и семена из шишек хвойных деревьев. Передние конечности у белок намного короче задних. Белки, как птица, строят себе гнезда из веточек и листьев прямо на деревьях или находят укрытие в небольших дуплах. Враги. В основном на белок охотятся куницы, соболи, дикие кошки и некоторые хищные птицы. В прыжке белки часто стараются раздвинуть лапы, которые в этом положении помогают им мягче приземлиться на ветку, ведь белки бросаются вниз даже с очень высоких деревьев. Хвост выполняет функцию руля и противовеса, позволяя белке сохранять равновесие даже на самых тонких ветках, а в особо опасных случаях превращается в парашют. Впадают ли белки в спячку? Нет, белки никогда не засыпают на всю зиму. Они ведут дневной образ жизни и почти всем своим занятиям предаются с большим вниманием и заботой, особенно активны белки на восходе и на закате. На этом, наверное, все. Спасибо за внимание.